Праздник, посвященный Дню семьи, прошел в детском саду «Белоснежка». Организаторы, воспитатели этого учебного заведения назвали его «Ярмарка выходного дня». Двор перед детским садом разделили на участки. Как на настоящей ярмарке, лавки – состязательная, спортивная, трудовая, мастерильная, театральная. Папы будут состязаться в перетягивании каната, дети будут прыгать. Кто дальше прыгнул, кто быстрее выполнил задание. Выбивать будем тир у нас будет, выбивать игрушки будем. На мастерильной лавке будем мастерить. Попробуем сегодня привлечь родителей к трудовой деятельности, что у нас каждый год проходит. Они у нас помогут убрать участок грабельками, лопатками. Мы хотим показать родителям, как можно интересно провести выходные вместе с детьми, говорят воспитатели «Белоснежки». Не сидеть на диване перед телевизором, а выйти на улицу, устроить состязание, поиграть. Особенно это касается пап. Большинство родителей этих малышей – военнослужащие. Дома бывают нечасто. Конечно, важно не только, чтобы родители, чтобы еще и папы с работы отпускали. Мы все присутствовали. Мы же празднуем День семьи. Семья должна быть хотя бы на выходных вместе. Конечно, важно. И спасибо, что хотя бы воспитатели организовывают для нас такой день, чтобы мы вышли из дома, несмотря на то, что солнышка, ничего нет, и все-таки пришли, немного развеялись и поиграли с детьми. Здесь очень хорошие воспитатели, здесь очень красиво внутри. Мой ребенок с удовольствием утром просыпается, и не было случая, чтобы он сказал: «Я не хочу в сад». Это лучший показатель. Вообще хорошо, что собираются так в садике, чтобы дети радовались, что они ходили сюда или ходят еще в садик. Например, моя внучка ходила в садик сюда, и сегодня мы узнали и пришли посмотреть, что здесь за праздник будет. La 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 la